8 по 10 ноября в Нижнем Тагиле прошли чемпионат и первенство Свердловской области по пауэрлифтингу. В борьбу за медали вступили более 300 спортсменов из 24 городов Урала. В составе 33 команд выступили атлеты разного профессионального уровня, от разрядников до чемпионов мира. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России. В первенстве области среди девушек и юниорок за Салдинский Титан выступали студентки авиаметаллургического колледжа Мария Долбилова и Александра Бендарчик. Мария в своей весовой категории до 52 килограммов стала абсолютной чемпионкой среди девушек до 18 лет. Впервые же Мария установила и свой личный рекорд по троеборью, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Я ожидала этого результата, я целенаправленно шла к нему. То есть я понимала, что это на сейчас, на теперешний момент, это мой единственный шанс просто взять и выполнить КМС. То есть мы шли к этому вместе с Сашей 2 года, и то есть я понимала, что или сейчас, или никогда. Салдинской атлетке Александре Бендарчик также впервые покорился кандидатский норматив. В весовой категории до 57 килограммов спортсменка завоевала золото и стала второй в абсолютном первенстве среди юниорок. Это, конечно, большая заслуга Вадима Владимировича. Он многое вложил в нас. То есть мне реально было тяжело, потому что последние 2 дня я волновалась очень сильно. Я боялась то, что у меня ничего не выйдет, не получится. Но как-то так все сложилось удачно. Тренер корпоративной секции по тяжелой атлетике Вадим Мигачев остался доволен своими воспитанницами, отметив, что самодисциплина и целеустремленность привела девчонок к золотым медалям. Успех, наверное, складывается из нескольких слагаемых. Ну, то, что тренерское понимание – это одно, планирование и второе – отношение спортсмена и способности, задатки, которые закладываются с детства, наверное. И вот еще раз могу подчеркнуть, что, конечно, наверное, девушки и в своих домах, они больше работают руками, вот, больше функционально подготовлены. В чемпионате области среди мужчин принимали участие 6 салдинцев. Высокий статус соревнований и соперников не позволил им пробиться в призовую тройку. Но все 6 спортсменов в своих весовых категориях выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Кирилл Пряничников и Амирали Рахимов в категории до 74 килограммов. Евгений Перевалов, Александр Ермегин и ветеран спорта Сергей Грибанов в категории до 83 килограммов. Руслан Юсупов до 93 килограммов. В итоге 9 салдинских спортсменов из 10 выполнили на областных соревнованиях норматив кандидатов в мастера спорта России, причем 6 из них впервые. Это лучший результат за всю историю салдинского пауэрлифтинга.